Четыре человека пострадали в результате аварии в Закарпатской области. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии сейчас. На трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы столкнулись три автомобиля. По предварительной версии, водитель Volkswagen не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Вначале он столкнулся с Мерседесом, а затем с микроавтобусом. Движение пришлось перекрыть на несколько часов на данной трассе.